В Московской областной думе во втором чтении принят бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В приоритете социальная сфера – это почти 84% бюджетных расходов. На госпрограмму образования Подмосковья выделят более 151 миллиарда рублей. На 754 миллиона рублей больше, чем в этом году. Они пойдут на зарплату учителей, питание для учащихся, компенсацию родительской платы в детских садах и другое. Одинцовскому округу выделят порядка 8 миллиардов 152 миллионов рублей на строительство и модернизацию образовательных учреждений. Как сообщил глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов, речь идет о 9 объектах. Это детские сады в Кубинке, на улицах Триумфальная и Кутузовская в Одинцово, в Новоивановском, две школы на 2000 учеников в Одинцово и на 550 обучающихся в поселке Горки-2. Запланированы также две пристройки к Одинцовской гимназии номер 14 и Немчиновскому лицею. Андрей Иванов добавил, из регионального бюджета в 2021 году в округ будет направлен 1 миллиард 31 миллион. В 2022 году – 3 миллиарда 347 миллионов. В 2023 году – еще более 3 миллиардов 700 миллионов рублей.